про пушки, оружие. Он не только коврами торгует. А, вот что. Эй, ты там поосторожней. Ладно. Нейт, почему нельзя было сразу сказать на чистоту? Этих людей интересует не история, и вас тоже. А все из-за этой Марлоу, да? Да, но... Вот, посмотри. Я все же нашел его. Как я и говорил, диск привел нас сюда, а потом вот сюда. Вот к этой дыре. Это же так интересно. Ну, признай, тебе это нравится не меньше, чем мне. Нет. Теперь уже нет. Серьезно? Ха. Ну что ж, тогда ты можешь просто уйти. Я? Мне уйти? Ха-ха. Смешно. Салли, красавчик. Дробовики? А что такое? Было всего два. Здорово. У продавца яблок. Ладно, купил. Помогите открыть. Давай. Готовы? Темно и мокро. Да, здорово. Чего? Ну, все как всегда. Полезли? Так, ребята. Тайный ход куда? 11 глава. А что, что наверху, то и внизу. Скоро узнаем. Это не ответ. Быстрее, быстрее. Спрыгну, никто не обидится. Порядок! Спускайтесь! Так, ну что нам тут делать? Просто резервуар для воды. Ты не ошибся? Да нет, вроде бы. Стоп. Это что такое? И что сэр Фрэнсис здесь забыл, интересно? Он выполнял тайное поручение Елизаветы. Искал древний город Убар. Да, Атлантиду Песков. Здесь? Под этим городом? Да что за дырочки? Нет, где-то в пустыне. Может, туда не руки ходить совать, а какие-нибудь другие органы? Ага. А знакомо выглядит. Знакомо выглядит. Давайте погоди, посмотрим. На обороте карты Дрейка нарисованы те же знаки. Где этот? А, наконец-то он сам открыл. Вот, посмотри. Это те же колонны. Значит, Дрейк сделал эти пометки, когда был там здесь. Там сказано, где вход. Думаю, я смогу расшифровать. Отверстия для чего-то нужны. Надо просто найти нужный рычаг. И как это сделать? Здесь полно таких отверстий. Должна же быть подсказка. Мы что-то упустили из виду. Хм. Так, может быть, здесь нужно так посмотреть. Сейчас. Нет. Так, секунду. Там целая колонна вот здесь была. Что-то колонна вот тут снесена одна. Ну-ка. Сейчас. Не, не подходит. Так, а если вот отсюда? Тоже, наверное, нет. Так, дайте тогда вот с этой стороны попробую. Тут на стене что-то написано. Где? Ну-ка, давайте посмотрим. Енохианский язык. Послание от Дрейка? Расшифруешь? Попробую. Здесь был Дрейк, видимо. Ну, что он не расшифровал? А, селект. Давайте посмотрим. Луна укажет путь. Луна? Здесь? Ха, не буду я тут до вечера торчать. Я думаю, это загадка. Я помечу на карте. Будешь черкать прямо на карте Фрэнсиса Дрейка? А что? Ему уже все равно. А что он там начеркал? Какую луну? Так, луна. Может быть, здесь что-то? Вот на этих камнях. Какой-то жук. Как там луна это выглядит? А, вот, точно, смотрите, жуки. Угу. Вот, наверное, луна. Нет. Где-то еще один значок должен быть. Тоже нет. Так, подожди, где-то я знак, значит, пропустил.
Просто-напросто. Так, нет. Тоже нет. Тоже нет. Тоже нет. Но я уже, наверное, пути нахожусь. Так, здесь треугольник какой-то. Нет, ну это не луна. Тебе это знакомо? Вот она, да, луна. Пожалуй. Ну все, давайте. И если встать здесь? Во! Точно! Салли, иди к той колонне. Елена, ты к тому, у дальней стены. Я тут встану. Так, теперь нащупайте там рычаг. Вот как? Надо потянуть за них одновременно. А вдруг ты ошибся? Мне дорога рука, я ею часто пользуюсь. Правой? Ну, давай. Зачем же, интересно? Раз, два, три. Часто пользуется он у нас. Анонис заядлый. Точно нужный рычаг. Тихо. Я же говорил. Чтоб мне провалиться. Да, удивительно. Пойдемте смотреть. Почему это века? Надо взглянуть, что здесь тайны внутри. А что Дрейк должен был найти? Самое главное, чтобы мы они не ожили. Сокровище? Что же еще? Богатство исчезнувшей цивилизации. И, конечно, все запутано. А те придурки в черных костюмах, они, видимо, ищут то же самое. Да. Это люди Марлоу. Тут придется попотеть. Ну и ну. Сама выбирай. Тут типа куда-то может пойти, либо влево, либо вправо. Давайте пойдем налево. Главное, чтобы дверочка за нами не закрылась. Ну, слава богу. Странно. Не знаю. Ту-ту-ту-ту-ту. А дверь-то закрылась. Подождите, но кто-то вот раскидал шестерни надо по комнате. Думаешь, сэр? Нам это вообще что-то дает? Шестерни, шестерни. Эй, вон там наверху лежит еще шестерня. Где, здесь, что ли? Так, наверху. Подождите-ка. Точно. Попробуй там пройти. Сейчас пройдем. Так, на другую сторону. Что в той шестерне такого они нашли? Ага! Ага! В общем, понятно, какие там шестерни у них. Прикольно придумано. Так, а дальше-то что? Ну и где эта шестерня грёбаная? Может, они про эту шестерню говорили? А, ну да. В общем-то. Но все равно хорошо, что пришлось по этой штуке пролезть. Теперь хоть понятно, что надо делать. А, нужно сейчас поставить крестовую. Через один. Да. Так, маленькая. Что у нас там? А, нет, стоп, это не та вообще шестерня. Вот это надо взять. Тяжеловатенько, однако. Она, наверное, сюда встанет. Да, встает. Вот маленькая. То, что нам нужно. Ее мы поставим, пожалуй, вот сюда. Так. Это фигня. Вот эту берем. И вон еще одна большая шестерня круглая. Все верно. Так, тут ставим. И одну еще нужно взять. Молодец, Дрейк. Быстро соображает. Причем, что самое интересное, по сути-то, вот здесь вообще ничего не нарисовано. Это вот если передвигаться вот по этой штуке, там получается типа фильма. Так, ну что, давайте попробуем покрутить. Ну вот, другое дело. Тут, наверное, какие-то ворота сейчас откроются. Да, получилось.
Очень интересно.